Противодействие коррупции в организациях – тема актуальная и горячая. По фактам преступления с ее признаками на территории города правоохранители возбудили 41 уголовное дело. И это за 8 месяцев. Если сравнивать с прошлым годом, цифра снизилась на 13. Но это не повод расслабляться, отметили на заседании горисполкома. Сегодня важным аспектом в борьбе с экономической безопасностью остается профилактика. Всего по результатам проверок соблюдения антикоррупционного законодательства, проведенных в первом полугодии 2019 года, прокуратурой города Бобруйска внесено 6 представлений об устранении нарушений законодательства, вынесено 7 предписаний, 6 лиц официально предупреждены, 27 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 11 материальной на сумму 2597 рублей. Особое внимание прокуратура города уделяет вопросам соблюдения законодательства о закупках. Как за счет собственных средств, так и бюджетных. Такие нарушения зафиксированы на Белшине, Бобруйск-Громаши, заводе тракторных деталей и агрегатов, промторге, Бобруйск-Трикотажи, управлении капитального строительства и не только. Помимо закупок, нарушения специалисты фиксируют в доплатах и необоснованном распределении премий. Неоднократно возбуждались дела и до сих пор возбуждаются. Это бич, в принципе, на предприятиях. Ну, данные обстоятельства порождают, что в некоторых случаях руководители, в последующем те, которые начисляли эти премии, либо принимали решение о начислении этих премий, в части получали денежные средства, часть этих премий, которые начисляли. От тендерных закупок до хищений в борьбе с коррупционными преступлениями одних усилий правоохранителей недостаточно, отметил прокурор города. Профилактические мероприятия на местах должны проводиться систематически. Это позволит не только своевременно пресекать факты, но и находить и устранять причину. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.